Итак, друзья, всем привет, с вами снова я, Зазепа, и мы продолжаем играть в City Skylines. Ну, как видите, так уже неплохо мы расстроились. Вот это вот все наше. Да. Так, надо мусорку очистить. А то пространства им, видишь, недостаточно. Опять же, мы начнем, чтобы посмотреть на пробки. Пробок почти нету. А, почти нету. Сказал, называется, как пошутил. Вот так. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Все. Все нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Ну опять же, с парков начинаем. Чтобы стоимость земли повысить. Небольшой такой, знаете, граммик. О! Так, здесь парк поставим. Во. Так, нужно стоимость земли увеличивать и здесь, как бы. Чтобы они не закрывались. У меня. А то, понимаешь, ли взяли за моду. Закрываться. Когда это не нужно. Так, здесь парк поставим. Здесь парк поставим. Ну и как-то вот так. Здесь еще парк поставим. Это, подождите, дайте посмотрю на эту дорожку. Ну, так, знаете, прилично выглядит. Там человек сидит, отдыхает. Без работы направляется площадка для пикника. Ну, конечно, работать не хотят. Там рабочие ругаются. Так, а здесь, кстати, у нас что с пробками? Что-то я смотрю, здесь как-то машин много. Так. Пробки, пробки, пробки. Так, где пробки? О, да. Здесь реально много пробок. Ладно. Не вопрос. Не вопрос. Сделали здесь такой переезд. Хай теперь здесь ездят. Тоже. Поставим здесь промзонку вам небольшую. Так, промзону. Промзону. Поставим вот так вот. Замечательно. И воды сюда. Так, что с электричеством? Ну, еще много. Что там мэр говорил? Что там на мэра сказал? Даешь зеленую энергию. Надеюсь, мэр и дальше будет развивать возобновляемые источники. Ну да. Стараюсь. Стараюсь. Так, пожарку надо поставить где-то вот тут. А нет, здесь есть уже. Так, надо глянуть. Здесь мало пожарных. Вот здесь мало пожарных. Ну, исправили. Так, что еще нам надо? Образование все есть. Так, надо универ еще один поставить. Так, возле помоек, что ли?
Возле помоек, я думаю, не стоит. Так, у меня сейчас одна гениальнейшая просто идея. Гениальнейшая просто идея такая. Это немножко расширится к дороге. Так. Странно. Никаких проблем, никто сноситься не хочет. Это ж превосходно. Я смотрю, много больных появилось у нас. Так, поставим здесь больничку. У набережной. Только что-то и электричества не хватает. Не, все и хватает. Там так прикалывается надо мной. Так, у вас здесь что с больницами? Болеете, что ли? А чё вы болеете? Все же отлично было. Нормально же общались. Не, ребят, так дела не делаются. Давайте вы лучше не болеете. И тут эпидемия вообще не нужна. Так, что с кладбищами? Ладно, поставим кладбище уже. Пару штук. И поставим небольшой госпиталь. Честно, не понимаю. Может, здесь заводы вообще не нужны? Так. Страшнейшие у нас опять заторы получаются. Это не есть хорошо. Так, вода есть? Воды нету. А чего вы болеете все? Сейчас реально мусорки начну переносить. Ладно. Хотите, чтобы я улицы перенес? Чтоб свалки перенес, чтобы они ехали через весь город. Это мы вам сейчас устроим. Это мы вам сейчас устроим, это я вам обещаю. Так, свалки. Здесь свалочку. Здесь свалочку. Здесь. Очищающую поставим. Такой свалочный полностью район. Так, сейчас все свалки в городе позакрываю нафиг. Зря это, наверное, делаю. Уже пускай там часть остается.
глаза разбегаются уже. Так, вот это у нас очистилось. Так, надо перенести ее. Перенести ее надо вот сюда куда-то. Так, работай давай. Нет. Очищайся. Очищайся. Так, что у нас еще со свалками? Так, вот его выгребсти надо. И посмотреть, что дальше. Так, ну заполненных никаких нет у нас там больше. Так, и вот так вот. И увеличим здесь стоимость земли. За счет пахков. Нет, вот здесь надо улучшить стоимость земли. Нормально. Чё вы болеете? Это она так не выгрузилась, 49%. Ну, через 2 серии точно выгрузится. Так, ну кладбище рядом с помойками я не хочу ставить. Вот хотя бы как-то вот так. Ладно, давайте там, где на год болеет, мы поставим там просто магазинчики. Вот, например, вот здесь вот. На год болеет. Здесь плохая зона для жизни. Здесь мы поставим магазинчики. Так, поставим магазинчики тут. Ну вот здесь тоже поставим магазины. Хотя не жалуются. Ну, раз не жалуются, то хорошо. Я смотрю, вы здесь хотите переехать отсюда, да? Хорошо, без проблем. Сейчас переедете. Куда-нибудь за город переедете отсюда. Ставим магазины. Не хотите, как хотите. Заселяйтесь тут. У нас полно хороших жилых зон. Так, где еще народ болеет? Ну, вроде никак нигде. Так, прирост. Прироста у нас пока нету. Ну, то есть как, он вообще есть, но просто сейчас выселяется, там 500 человек. Водички забыл пустить, да? Ну, спасибо, что напомнили. А то так бы и не вспомнил. Здесь можешь реально такие порта поставить. Хай ездит. Божечки ты мой. Может, повыкупаем еще территорию там, посмотрим, что можно сделать. А что, уже больше не выкупить? Или выкупить? По-моему, уже были еще места, нет? Ну ладно. Походу придется атомную электростанцию поставить, да? Ну, давайте по приколу поставим 200 косарей.
Кстати, зачем вам нужно? Так, вот здесь непонятно, почему на год болеет. Ладно. Не хотите здесь жить, как хотите. Поставим магазины. Вот, все, пожалуйста. Не болейте. Так, вот здесь вот развязочку поставим. Одну. Хай на год здесь тоже заезжает. Так. Больничку. Больничку вам сюда поставим. Здесь больничку. Будем сразу вас лечить. Чтоб не болели. А где еще больничек нету? Я не понял. А что-то мы болеем. Так, пах вам сюда поставить, походу, надо еще. Небольшой. Вот так вот, чтобы вообще земля дорогая была, чтоб не болели. Людишки тут у меня. Так, вот так вот. Вот здесь. Вот здесь, вот здесь, пах. Ну, чтоб земля дорого стоила. Чтоб не жаловались. Так. Ну, теперь, я думаю, можно налог снижать постепенно нам до 10%. А то, что я на году обещал. Вот так вот. Сейчас посмотрим, какой у нас прирост пойдет. У нас эти по кредитной ставке. Бюджет, кредиты. Ну, неплохо, неплохо. Неплохо мы справляемся. Так, во. Так, 13 косарей. 13 косарей. Ну, не знаю, просто... Ну, 35 штук, по-моему, слишком чрезмерно как-то. Снизим налог, чтобы люди лучше себя ощущали. А сейчас мы, походу, в минусе будем оказываться. Наверное, слишком резко я снизил налог. Давайте хотя бы на 11 поставим. А то, что это получается такое? Так, 8300. 10 косарей. 11. Ну, ладно, прибавка идет. И хорошо. Потом снизим налог, еще поменьше, может, сделаем. Достаточно рабочих. Вам тут жилые зоны поставить? Хорошо. Без проблем. Нет проблема. Так. И жилую зону вам поставим здесь, может, низкой плотности. Извиняюсь, это у меня контакт сработал. Опять забыл его выключить.
Ну да ладно. Так, водичку провели. Хай народец заселяется. Мне интересно, почему они тут не заселяются нигде? Где? Где? Подождите. Ага, вот тут вот. Вроде и поставил, и все оборудовал. И хорошо так оборудовал. Странные вещи творятся, да? Полюбуюсь опять на пробки. Пробки страшнейшие просто. Просто страшнейшие. Место уже занято. Чем оно занято? Что здесь находится? А, метро! Метро — это дело хорошее. Тогда мы вот так вот сделаем. В объездную. Так, пошел недостаток рабочих. Значит, будем делать так. Значит, будем делать так. Делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так вот. И делаем вот так вот. Строим новый микрорайон. Ну, такой более размашистый получится у нас. Ой, бжу. И все, это жилая зона. Попрошу заметить высокой плотности. Так, воду вам сюда сразу. В букве G. Так. Скорую помощь вам сюда сразу поставим. Выезд через улицу свалочную. Где у нас будет стоять пару магазинчиков. Так, что нам еще надо? Пожарочку вам сюда поставить. Так, пожарочку. Полицейский участок. И школу, что ли, поставить. Сразу же. Не, школу где-то поставим вот здесь вот мы. Так, станцию метро даже потом проведем вам. Пока посмотрим, как все это дело будет застраиваться у нас. Сейчас пойдет процесс. Сейчас пойдет, родимый. Небольшой ветрачок, чтоб работал. Так, отмена. Замечательно. Станцию метро. Вообще без вопросов. Линию. Так, куда ее типа повезем? Поведем. Поведем мы ее, пожалуй, вот сюда. Так, свали надпись. Так, нет. Вот так вот. И обратно вот так вот. Я забыл, кажется, еще воды провести. Этим вот чебуреком. Так, а здесь рабочих надо разместить где-нибудь. Таких вот сельско-колхозных надо поставить их.
Ну, зато рядом с пляжем. Тоже хорошо. Сельско-колхозных рабочих. Вот, на берегу. Дом мечты. Хай строится. Так, теперь у нас начинается небольшая нехватка промзон. Промзон. Сейчас найдем место, где поставить вам промзоны. Так. Вот как-то вот так сделаем. И сделаем здесь промзоны. Так, все это промзоны пускай будут. Здесь магазинчики. Но здесь уже не пожалеем на жилые зоны. А если так, у нас типа уже жилая зона. Ладно, понятно. Сесть поудобнее. Так, высшее образование нам нужно, чтобы на год получал. Поставим, пожалуй, вот здесь вот. Нет. Ну, тут вот замечательно. Будет ставить универ. Ладно, ребята. Спасибо, что смотрели. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал. Всего хорошего. Так, удачи и пока.